Меня зовут Тришкина Татьяна Петровна. Я педагог-библиотекарь гимназии номер 23. Хочу прочесть стихотворение Николая Шилова «Собака и кошка». Солнышко, птички, цветочки, дорожка. На ней повстречались собака и кошка. Приличная киска, потому ж не бояка. Не стоит с ней драться, решила собака, которую только что сняли с цепочки. Тем более солнышко, птички, цветочки. Не песик, а душка, подумала кошка. Ему бы культуры, общенье немножко. Пожалуй, упрятать пора коготочки. Тем более солнышко, птички, цветочки. Так и прошли они мимо друг друга. Никто не скулил, не шипел друг на друга. Хвостами вильнули и сели в тенечки. Да здравствует солнышко, птички, цветочки! Чудесно!